Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар, неподалеку от античного города Наула. Здесь новый проект, готовый проект, почти сдан уже на эксплуатацию. Здесь продаются две срочные продажи двухкомнатной квартиры, 1 плюс 1. Одна 50 квадратных метров, другая 55. 55 квадратных метров находится на первом этаже по турецким меркам, по российским меркам второй этаж. И 1 плюс 1 на восьмом этаже. Сейчас я попытаюсь вам показать всю инфраструктуру этой резиденции. Потом поднимусь и сниму вам квартиры. Вот здесь располагается у нас зона барбекю и беседка. Также парковочные места. Места для велосипедов. Детская игровая площадка. Вот такая очень просторное беседочное помещение тут вот такое красивое, уютное. Можно отмечать день рождения и то, что желается. Пройдемся по этой просторной площадке. В левее находится именно бассейн. Вот здесь детский бассейн и общий бассейн для взрослых. Вот такой красивый проект. Сейчас мы пройдемся именно в салон. Тут располагается фитнес. Вот. Пока что не обставили всем оборудованием. Вот фитнес. Теннисный стол. И присутствует два лифта. Есть такой вот проход, коридор. Сейчас мы пройдем именно к лифту на первый этаж. Вот такой интересный лифт. Левее от лифта находится именно эта квартира. 55 квадратных метров, первый этаж. Левее от меня находится санузел. Вот такой санузел. Маленький коридор. Здесь спальня. Приблизительно 4 квадратных, 5 квадратных метров. Вот. Тут балкон. Тут специальное место, чтобы поставить стиральную машинку. Вот такой вид на бассейн. Просторный балкон. Античный город Наула, даже отсюда видно. Маленький сад. А сейчас я вам покажу именно кухню-гостиную. Вот это кухня-гостиная. Такая кухня-гостиная тут. Нужно купить бытовую технику, убраться и переехать жить. Цена вот именно этой квартиры 43 тысячи евро. Сейчас я поднимусь на восьмой этаж и сниму ту двухкомнатную квартиру. Вот мы поднялись на восьмой этаж.
Проходим по такому коридору. Вот это та квартира, о которой я говорил, на 8 этаже, 50 квадратных метров. Правее от меня расположен санузел. Маленький коридорчик тут. Вот такой вот коридор. И вот это кухня-гостиная. Такая вот кухня-гостиная. Тут на балкон поменьше, чем на первом этаже. Вот такой маленький балкон. За это вот цена такая. Цена этой квартиры 45 тысяч евро. С видом на античный город Наула. Тут вид никогда не закроется, потому что здесь запрещено строить. Вот видно море. Сейчас я попытаюсь приблизить. Вот море. Приблизительно 600 метров до пляжа. Такая вот красота тут. И осталось показать вам спальню. Вот тут расположена спальня. Вот тоже 5-6 квадратных метров. Тоже с видом на античный город Наула. Даже, кстати, отсюда видно крепость Алания. По вечерам вы будете видеть освещение. Вот там впереди, вот над зданиями видно крепость Алания.